вчера дождь прошел. 28 сентября. Наши зимы. Взять это брезно нашим. Честно говоря, мы этому очень рады. У нас обычно, первые дожди осенью в январе начинаются. В этом году. Шикарно. Вчера до 10 вечера пахал уже, осклизло. Перестал пахать. Сейчас едем в сеялки, подремонтируем. Порядок все приведем. Дай бог урожая 23-го года, надеемся на это. Посмотри, какая плотность.